Практически любой водоем со временем без надлежащего ухода засоряется. Он зарастает илом, камышами, водорослями и травой. В таких случаях необходима очистка водных объектов, которая в идеале должна происходить регулярно в весенне-летний период. Щелково за состоянием водной глади круглогодично отвечает служба озеленения. А вот летом и весной с помощью специальной техники, так называемого водного экскаватора, водоемы очищаются от травы и водорослей. Сам процесс очистки довольно простой и предусматривает два этапа. В городе есть плавающий экскаватор, который мы сегодня видим, который нам позволяет стричь, убирать водную растительность, и потом вот эта косилка, она снимается, навешивается сетка, которая после окоса собирает эту траву. На данный момент в округе водный экскаватор в единственном экземпляре. Его планируют применять на всех местных водоемах. Так периодически очищается река Клязьма в центре города на набережной Серафима Саровского. Данное место очень популярно среди жителей города, особенно среди местных любителей ловить рыбу. От рыбаков тоже поступали обращения в администрацию. Они просили тоже провести работу по очистке от водной растительности для того, чтобы поудобнее, наверное, было им заниматься рыболовством. Плавающий экскаватор позволяет проводить все работы по очистке и сохранять эстетичный вид водоемов. А это самое главное. Мария Бужинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.